Тогда начал Иисус укорять города, в которых наиболее явлена была сила Его, за то, что они не покаялись. «Горе тебе, Хоризин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет день суда, нежели тебе». В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю тебя, Отче, Господи, неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение». Сегодняшнее евангельское повествование содержит в себе грозные обличительные слова Господа нашего Иисуса Христа в адрес тех городов Иудеи, которые, будучи свидетелями многих чудес Спасителя, так и не приняли евангельской проповеди. Христос говорит: «Горе тебе, Хоризин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься». В приведенных словах Спасителя звучит скорбь. Господь не отказался пожертвовать даже своей жизнью ради спасения людей, но, к сожалению, многие, считавшие себя верными, захотели остаться в своих грехах. Святитель Иоанн Златоуст замечает: Господь обнаружил пред жителями указанных городов свое учение и свою чудодейственную силу, но они так и не оставили свое упорство, за что и будут наказаны. Сравнивая степень совершенных указанными городами зла, Христос сопоставляет их с Тиром, Сидоном, Содомом и Гоморрой. Это связано с тем, что в Священном Писании данные города отождествляются со всевозможными беззакониями и нравственными пороками. И даже более того, они фактически являются максимальным воплощением греха. Но можно ли сравнивать галилейские города, в которых жили, казалось бы, не худшие представители иудейского народа, с такими оплотами порока, как Содом и Гомор? Оказывается, можно, потому что жители этих галилейских городов повинны в более тяжком грехе, чем телесная нечистота. Они повинны в нежелании услышать самого Бога. Причем такая повинность усугубляется тем, что противление воле Божией совершалось людьми не в неведении, а вполне осознанно. Тир и Сидон, Содом и Гоморра не имели возможности встретить не то что Бога, но даже и пророка, который бы обличил их во грехе. Если бы такая возможность была, они вполне вероятно покаялись бы, подобно жителям Ниневии. Святитель Иларий Пикновийский пишет: «Грехи Содома и Гоморры окажутся незначительными, поскольку у них, возможно, появилось бы сильное чувство веры, если бы их коснулось зрелище таких чудес. Именно поэтому в день суда городам, стертым Божьим промыслом с лица земли, будет отраднее, чем тем, по которым ступали ноги Христа Спасителя. Хоризин, Вифсаида и Капернаум провинились тем, что безразлично отнеслись к учению Христову. В этих городах не ненавидели Христа, не гнали его и не желали его распять. На него просто не обращали внимания. И это, пожалуй, намного хуже, чем открытая ненависть и неприятие. По словам святых отцов, теплохладность – один из самых опасных грехов. Мы помним, как сам Господь Иисус Христос в книге Откровения предупреждает ангела Лаодикийской церкви: «Ты не холоден, не горяч, а если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл и не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Безразличие является одним из самых тяжких грехов, потому что в итоге несет разрушение. Оно приводит к омертвению души, к
к деградации личности в духовном плане. Грех – это не только плохой поступок. Грехом является также и отсутствие добрых дел, потому что нельзя быть в вопросах духовной жизни нейтральным. Следовательно, нельзя, приняв свет Христа, просто пройти мимо. Грех жителей Харизима, Вифсаида и Капернаума в том, что они, увидев и услышав Спасителя, остались равнодушными, ничего не переменили в себе и своей жизни. Заканчивается же сегодняшнее евангельское чтение словами Христа, обращенные к Богу Отцу. «Славлю Тебя, Отче, Господи, неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». О чем здесь говорит Спаситель своему Небесному Отцу? О какой тайне идет речь? Блаженный Иероним Стридонский, отвечая на данный вопрос, пишет: «Господь Иисус Христос благодарит Отца за то, что Он открыл тайну спасения младенцам, то есть простым людям, и утаил ее от тех, кто считал себя мудрым и разумным, то есть книжников и фарисеев. Господь отнюдь не осуждает человеческую мудрость или силу ума, но обличает излишнее мудрование и гордыню, в которую часто впадают те, кто обладает большими знаниями. Скромность же и смирение в христианской жизни не менее важны, чем рассудительность ума. Вот почему простые люди часто ближе стоят к Богу, чем высокоинтеллектуальные и самовлюбленные гордецы, не умеющие ни слушать, ни понимать, ни любить. Сегодняшнее Евангелие говорит нам о том, что в жизни каждого человека должна иметь место благодарность Богу. Бог не просто дает нам жизнь, Он дает нам возможность жить вместе с Ним. От нас требуется только не отвернуться от Него и услышать Его слова. Святитель Иоанн Златоуст сравнивает людей, не принимающих слово евангельской проповеди, с неблагодарными жителями дома. Святитель пишет: «Ты остаешься в Доме Божьем и не признаешь его хозяина? Или будь благодарен за жилище, или уходи из дома». Именно поэтому мы всегда должны быть благодарны Богу за все Его благодеяния по отношению к нам, недостойным Его великой любви. По замечанию одного подвижника, истинная любовь – это когда грешит человек, а умирает за это Бог. Помня об этом, мы должны любить Бога, но не на словах, а делами. Ведь только тот, кто исполняет волю Божию, может быть подлинно назван учеником и последователем Господа нашего Иисуса Христа.